Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. В последней серии мы пробрались на самый верх Sand Fortress и убили местного босса. После этого я, как и обещал, вышел в интернет узнать у знакомых, возможно ли будет с того места, где я убил босса, вернуться назад, потому что там переносит нас на новую локацию. Сказали, что да, можно без проблем, поэтому мы сейчас пойдем туда, посмотрим на нее. Я про нее наслышан, говорят, что она очень сложная. Ну, давайте посмотрим. Если что, отступить всегда успеем. Наша стандартная тактика, когда не знаешь, куда идти, изведай все места, а потом потихоньку, помаленьку двигай дальше. Так, ну сейчас мы поднимаемся обратно к нему, идем к этому кольцу. Да, в принципе, посмотрим, что у нас там такое. Ой, тихо, не падай, падать не надо. Какая-то серия за сегодня. Это уже четвертая, по-моему, за сегодня серия. Поэтому я маленько подуставший. Поэтому, если что будет опять не так, прошу не судить строго. Нет у меня времени каждый день по серии записывать. Так что для вас стараемся, дорогие мои. Ой, мое копье теперь просто рвет в клочья всех. Я в прошлой серии прокачал его до плюс 3. Теперь мое копье просто зверское. Я думаю, что оно мне еще сослужит верную службу. Вот тут у нас был бой с этим огромным железным големом. Я могу сказать, что это был самый смешной бой за все прохождение. Давайте сходим туда сначала. Посмотрим. Ну, вроде как тут ничего нету, но давайте посмотрим. Да, тут у нас тупик. Собственно, следующая локация — это для сюжетного продвижения, если можно так сказать, потому что сюжета здесь практически нету. Как в фильме про трех мушкетеров, я дерусь, потому что дерусь. Вот и весь сюжет. Ну, короче говоря, эта локация важна для дальнейшего продвижения по игре. Ладно, я надеюсь, вы меня не уроните. Ох, офигеть. Какая красота. Блин, обожаю такие, вот именно такую архитектуру, торжественную, помпезную. Именно этого мне в Андетбурге не хватало. Пафос зашкаливает, просто вы посмотрите, какая красота. Анор Лонда. И вот у него, похоже, поговорив с ним, мы получили приз достичь Анор Лонда. Поговорив с ним, мы сможем вернуться назад, если что. Удачи! Спасибо, добрый человек. Насколько все торжественное, да? Красота. И я прям как-то не соответствую этому месту в этих, в этой рванине, в этих лохмотьях. Надо будет что-то более красиво надеть для этой локации. Почему бы и нет? Давайте посмотрим. Кстати, мы же стамину прокачали неплохо. Но у меня сейчас брони, по-моему, нету. Просто такой... Да, у меня всякая шляпа. Ну, найдем... Тихо. Найдем бонфайр, короче говоря. И там уже посмотрим. Возможно, наденем какую-то более блестящую броню. Так, ты живой вообще, нет? Да, он шевелится. Ну что, хочешь исследовать моего копья? Она, конечно, по сравнению с твоим выглядит как натуральная зубочистка. У-у-у. Стражи. Прекрасные статные стражи прекрасного королевства. Блин, да чего в этой игре все хорошо со стилем. Насколько эта локация отличается от предыдущих,
ребята, я за вами вижу сундук. Ух, твою мать! Вижу сундучок. Я думаю, мне будет не так сложно с ним драться. О, ты посмотри, сколько он выносливости снимает. Так, ладно, беру свои слова назад по поводу сложности. Блин, надо было просто отпрыгнуть. Да твою мать! Ты посмотри, какие они подвижные для своих габаритов, да? Блин, да что ж я... но убить их можно. Жизнь у них... О, неблокируемая атака. Или блокируемая. По крайней мере, выносливость у меня на нее... Блин! Точно не хватило. Да уж, с этими врагами придется попотеть. На одного врага ушло 2 Эстус Фласка, 2. При том, что у меня прокачана жизнь очень неплохо. Так, ты не против? Нет, ты тоже против. Да твою мать. Надо привыкнуть к их атакам, как они атакуют. Очень необычно. Давай, дружок, я не дам тебе к стене стоять спиной, ничего у тебя не выйдет. Ох, блин, все время забываю про эту вторую атаку. Она, надо сказать, крайне неприятная. Так, пока он что-то там тусует. Ах, блин. Да, ребята, с вами придется попотеть. Да твою мать, я же кувыркнулся. Не успел, похоже. Так, на меня только не упади, дура такая. Гигантский. Так. Блин, я, по-моему, глупо делаю, что просто так открываю. Надо их проверять. О, демон Тайтанит. Постараемся не встревать с ними в атаке, в битве больно-то, потому что это крайне неприятные противники, надо отметить. Крайне неприятные противники. Прекрасный вид. Да уж, что-что, а про вид тут точно можно сказать, что это красота просто неописуемая. Белый Гаргуэль, я же вас убил. Ну-ка. Я бинокль выкинул, по-моему, да? Ну, то есть не выкинул, у меня в сундуке лежит. Ну, да, это она, по-моему. То есть мне придется тут сдраться с боссами, как с обычными врагами. Прекрасно. Так, что пишет? Bonfire, отлично. Здесь. А, вон он. Удачи. Вышел. Тихо. Так, сначала я сяду, потом уже буду говорить. Так, сколько мне для левелапа нужно? 26, почти 27. Так, у меня есть демон Титанит. С его помощью я могу. С его помощью я тоже не могу прокачать свою Чигатану. Странно, честно говоря, я вообще не понимаю тогда. С помощью чего мне прокачивать ее? Так, ты кто? Well, you are a rare visitor. Редкий посетитель. Добро пожаловать в затерянный город. Избранный неживой. Exit here and head straight yonder. If you are the chosen, короче говоря, вон там церковь. Ой, церковь, говорю. Reinforce Estus Flask, так у меня Firekeeper Soul нет. Да, нет. Я не помню, честно говоря, надо бы пересмотреть первые серии. Чем я прокачивал Чигатану? Или я ее между сериями прокачивал? По-моему, между сериями, так что я даже не увижу там.
Надо будет в интернете, что ли, узнать. Потому что Учигатана мне очень нравилась. Хотя сейчас ее как-то очень неплохо так замещает это копье. Единственное, с чем у него проблема, это с тем, что она помедленнее. На мой взгляд. И у него, конечно, нет такой прибавки, как кровотечение, которое там чуть ли не каждый третий удар вдвое больше жизни сносило. Блин, ну как тут красиво. Лучи света эти. Ну, блин, просто красота. Так, еще парочка. С двумя сразу я бодаться, честно говоря, не хотел бы. Давайте попробуем вытянуть одного. Потому что я за ними вижу дофига сундуков. О, пофигу вообще. Тебе пофигу, говоришь? Чё-то напрягся. Так, ладно. Давайте его так потихоньку снесем. Хотя нет, это скучно. Я думаю, за то, что мне это показалось скучно, мне сейчас ждет наказание от этого самого врага. Нужно было его добить, пока была такая возможность. Ну, нет, довольно легко в этот раз прошло все. Хорошо, полторы штуки дают. Вот тут, кстати говоря, качаться будет неплохо. Но мне уже кач не особо нужен. Я уже неплохо прокачан. Сколько в тебя человек часов вложил, поп-коп? Давай, иди сюда, дорогой. Пройди маленько сюда, а то вон там у нас еще один братья не стоит, как бы он не вклинился за тебя. Ох, офигеть. Блин, какая грация у таких гигантов. Блин. Просто по земле, похоже, бьет. Мне от этого нехорошо становится. Ну давай, ну. Все, отлично. Так, еще одна такая. Тут пока что вроде не агрится. Давайте спробуем сундучки. Нормальный. Ой. А это как-то выделяется, по-моему, да? По цвету. Подождите. Давайте-ка мы их сравним. Может, как-то распознавать можно. Так, вот обычный сундук. Да, в принципе, они, по-моему, ничем особо не отличаются. На этом вроде как замок есть, да? А на этом? И на этом замок есть. Но это явно. Явно это. То самое. Да. Я угадал. Он слишком выделялся именно за освещение. А так, похоже, больше никак не отличишь их. Ага, хрена лысого. Опасная тварь, кстати, никогда ее не стоит недооценивать. Если понимаю подвижность, я бы сейчас огреб. Тихо. Это смертельная атака. Попадешь, он тебя сразу убьет. Просто не выпустит, пока ты не умрешь. Ну ладно, это было легко. 2000 душ, неплохо. Кристальная алебарда. Так. Ты, блин, титанин. Может, с его помощью мне нужно качать свою Учигатану. Ну ладно, узнаем, когда будем около бонфайра. Сейчас пока что у нас еще один братюнь тут. Пусти меня туда, пожалуйста. Дядя, дяденька. Блин, все-таки цепанул. Несмотря на мою подвижность.
Вечно у меня привычка с щитом бегать, при том, что так очень медленно восстанавливается выносливость. Ну, в данном случае это пофиг, конечно, она у меня полная, но... Ой, блин, как я не вовремя это сделал. Ну, короче говоря... Мне очень часто подводит. Так, тихо. Да, блин, цепляет, смотри, а. Хоть ты лопни, хоть ты тресни. Ах, со своим щитом, блин. Ну что ж ты, бандура-то такая. Ой, промах между ног. Ну ладно, он почти уже мертвый. Да, ребят, с вами придется попотеть. На тебе в кукан. Слабак. Хорошо. Кстати, можно сходить уровень поднять. Давайте посмотрим, что у нас здесь и что отступим. Это тактическое отступление, это не паническое бегство. Как обычно. Стена туманная спереди. Ага, это чё? Финальный босс, что ли? Попробую пиромансию. Нет, у меня пиромансии. Закрыто силой великого лорда. Лорда Гвина, то есть, я так понимаю. Значит, сюда мы попозже попадем. Ну ладно. Так, что там у нас по времени-то? Времени еще полно на эту серию. А тут, я понимаю, мы попозже что-то будем делать. Ну, по крайней мере, узнаю. Сейчас мы пойдем к бонфайру, в эту сторону больше, видимо, не пойдем. Наверное, пока что. Блин, мне кажется, или... Да, кажется. Опять кажется. Ладно, пошли к бонфайру, короче говоря. И потом у нас еще вон туда, вон на эту усадьбочку есть. Дорога. Там внизу нас ждет. Гаргулья. В прошлый раз, надо сказать, она мне доставила проблем вместе с своей подружкой. Так, давайте поднимем выносливость до 25. Так, теперь посмотрим, что у нас с оружием. Чагатана я все еще не могу качать. Никаких улучшений на нее нет. Это странно. Так, давайте посмотрим, что по броне мы можем надеть с выносливостью 25. Так, давайте всю броню вообще вытащим пока. Ну, кроме вот этой шляпы. Кольчугу. Только на кольчуге у меня перчаток нету. Рыцарская одежда. Ну, рыцарская это явно будет тяжеловато. Вот в рыцарской я побегал. Она вроде как прикольно выглядит. Вот элитная рыцарская, которая еще получше. Но опять же, как куль, наверное, буду кататься. Так, далее. Такая у меня есть, по-моему. Да, она мне не нужна сейчас. Так, маговская тоже не нужна. Это вообще пока уберем. Я хочу именно тяжелую какую-нибудь попробовать. Восточная броня. Ниндзевскую уберу пока. Она мне тоже не особо нужна сейчас. Это вообще шляпа. С начальной нежити выпадает. Так, я что-то туда смотрел. Шлем гаргули. Давайте попробуем. Ну и мешок. Хорошо. Давайте попробуем примерять. Так, восточная броня. Я, как правило, люблю сетами носить, я не люблю комбинировать разные виды брони. Так, ну бегаю довольно неплохо, надо сказать. Кувыркаюсь очень хорошо.
О, слушай, вот эта броня уже прекрасно справляется со своими обязанностями. При этом защита у нее гораздо лучше, чем у того, что у меня было. Видите, даже на шлеме у этой 11, у этой 17. Так, ну как шлем Гаргуль, давайте попробуем. В принципе, тоже неплохо. Ну, выглядит глупо, конечно. Так. Дальше. Пугало. Я нашел себе неплохую броню. В ней мы, похоже, будем бегать, но давайте попробуем. В кольчуге я знаю, что у нас неплохо будет. Давайте вот это попробуем. Элитную рыцарскую броню. Так. Но она совсем тяжелая, конечно. Ох, 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 ох. Да, это уже не то. Но выглядит, согласитесь, знатно. Но не на меня. Так, давайте попробуем обычную рыцарскую броню. Она, в принципе, также весит. Чуть-чуть поменьше. Но при этом в ней подвижность сохранена. Кстати говоря, вот, похоже, в ней я и буду. Так, давайте посмотрим, у восточной брони никаких там бонусов нет. Да, в принципе, нет. Ой, блин. Ладно, пофигу. Давайте сядем, короче. Вот наша броня. Будем в ней бегать. Чисто от физической защиты она гораздо лучше. Раз у нас выносливость такая. Так, давайте весь мусор сразу уберем в кладовку. По оружию. Как видите, у меня тут много всякого разного. Фламберг уберем. Очень многие просили показать меня именно вот мой... Так, пусть это пока будет. Показать инвентарь, что да как. Вот, смотрите, любуйтесь. Я всегда, как правило, считал, что это довольно скучно показывать, но раз кому-то нужно, то один раз можно уделить этому внимание. Кстати говоря, хорошая штука, похоже, весит не так много. Давайте-ка ее возьмем. Так, наш лук. Снайперский арбалет. Щиты ненужные. Так. Ну, все похоже. Железный круглый щит. Я, кстати, про него что-то вообще ничего не знаю. Да, в принципе, неплохой. Может, не его носить? Давайте попробуем. Потому что это уже просто надоело. Нет, у этого гораздо лучше защита. Так что ладно, пофигу. Так, что дальше? По броне нужно все убрать. Убираем кольчугу. Убираем... А, это у нас надето. Убираем элитную броню. Слишком тяжела для нас. Убираем одежду искателя приключений. Убираем одежду вора. И еще всего, короче говоря, убираем, чтобы не мешалось. Я знаю, что в инвентаре она не так много места занимает, и на общий вес не сказывается, сказывается только то, что надето. Но я просто люблю порядок, я такой аккуратист, поэтому я лучше уберу, и пусть она тут лежит. Так, хорошо, 5 минут провозились с этим. Теперь... Давайте смотреть, что нас ждет спереди. Довольно странно, конечно, выглядит для такой тяжелой брони такой тип передвижений. Но так уж я прокачал персонажа. Мне это нравится. Так, что пишет? Подожди. Удачи. Спасибо. Удачи. Да спасибо. Ух ты, прикольно. Офигеть. Нормальные технологии. Так, я туда не могу спрыгнуть, там ничего не лежит. Да вроде нет. Так, хорошо.
А вот и ты, тварь. Давайте сначала посмотрим, что у нас здесь. От горгулей подраться всегда успеется. Но, похоже, ничего тут нет. Блин, шум, конечно, как будто я консервная банка какая-то. Так, также будешь огнем своим пулять, да? Тихо. Ну-ка, а хвост тебе можно отбить, нет? Я уже вижу, что с тобой не так сложно будет справиться. Блин, еще бы ты не крутилась. Ага, сейчас возьмет, убьет еще. У нее копье застряло, что ли? Я не понял. Так, не беги, дорогой. Куда ты? О, хвостом сейчас, да, я так и знал, что она долбанет. Не знаю, возможно, с хвоста что-то должно было выпасть, но как-то сами видели, как-то не до того было. Praise the sun. Good luck. Good luck, так good luck. Нужен рычаг. Голова. Так, и чё? Я чё, сюда не могу пройти? Так, ладно. Вообще меня порадовало, что... Так, это кто-то просится в гости, что ли? Рито. Какой-то он... Костюм у него какой-то. Мне не... Я в таком костюме не оценил, надо сказать. Ну ладно, пока что я просто сейчас буду втыкать, что где находится, поэтому мне напарник здесь не нужен. Я исследую местность. Когда буду знать, куда идти, я призову, если еще останется знак вызова. Так, куда идти-то? Я, по-моему, все исходил. Только та печать, получается, осталась. Ага. Спасибо за наводку. Нет? Обманщик. На тебе минус заслуженный. Так. Демон титанит. Отлично. Блин, ну эти звуки, конечно. Вообще смешно. Но вот именно к этой одежде, согласитесь, это броня, вернее, это оружие подходит больше, чем ко всяким легким. Теперь у меня такой завершенный образ, можно сказать. Рыцаря стал. Раньше был легкий воин, а теперь такой рыцарь, довольно-таки тяжелый. Но при этом с очень неплохой подвижностью. У Чигатана бы в руках такого не смотрелось. Вот копье в самый раз. Так, ну я не знаю, куда идти, честно говоря. Уф, так. Сюда. Сюда. Блин, ребята, вы мне... Да, смотри, там еще куча надписей. Хотел сказать, у меня заведете сейчас, наверное, погибель. Но судя по тому, сколько там надписей... Действительно, сюда, что ли, идти? Да офигеть, когда это додуматься, если в офлайне играешь. Так, тихо. Самое главное, не упасть. Так, ой. Ой-о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 й
Очень неудобное такое место. Брак спереди. Офигеть. Нет, я не знаю, я бы не допер, наверное. Ну, то есть не сразу допер бы, что нужно сюда идти. Тихо. Тю, слабенький совсем. Два удара и труп. Мое копье меня просто выручает. Так, здесь, я думаю, будет полно секретов, потому что вот эти окошки, все охота прям простучать. Ну да ладно. Так, все что ли? Подъем наверх только остался. Здесь нужно быть внимательнее. Блин, ненавижу такие места. И там еще и враги ждут. Обалдеть, как мне интересно эту штуку взять. Спрыгнуть, похоже, придется. Блин, если сейчас начнешь швыряться, то это будет печально. Так, тихонько. Твою мать. Блин, да вы издеваетесь, что ли? Ладно, хоть копье без замаха бьет. Фу. Ладно, хоть с копьем все хорошо. Оп! Ушел. Ах, как его там поломало внизу. Так, там еще. Надо, короче, с ними что-то делать, потому что так они точно меня уронят. Блин, ты задрал уже. Ой, тихо, тихо, тихо. Ой, тихо. Темный призрак? Да блин, не время, братан. Подожди, эта люстра упала, что ли? Где темный призрак? Я уже чувствую за собой силу, если он, конечно, не на уровне 60 меня выше. Вон он, скотина, бежит. У него такие шкурки, как у меня. Ай, не падай. Я сейчас сам убьюсь. Безо всяких. Тварь! Офигеть! Офигеть! Как не вовремя. Да, это место, похоже, будет... Ну, в принципе, без фантома, я думаю, мы тут справимся, пройдем. Не таким уж и сложным оно будет. Так, не можем ли мы прокачать с помощью демона титанита чего-нибудь? Нет, ничего не можем. Так, ну что, давайте на этом прекратим эту серию. Надо сказать, что эта локация меня радует. Она очень необычная и не похожа на все, что мы видели раньше. Таких приколов я еще в этой игре не видел. Но как бы там ни было, мне все очень нравится в данной локации. И вообще нравится то, что у меня новая броня. Короче, все круто. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.